Что моя кукла? Кто меня заигрывает? Кто заигрывает? Девочка моя. Всем доброе-доброе утро. Сегодня 31 июля 2021 года. Наши чихуашечки позавтракали. Им гуляют. Раннее утро. Очень-очень такое. Пока не жарко. Ты зачем траву ешь? Вот. А сегодня, сейчас, вот через буквально 5 минут, Океания уже поедет к зоотакси и к своей мамочке, по направлению к своей мамочке. Жанеточка у нас еще останется на неделю. Она сегодня не едет, к сожалению, отложили рейс в ее далекую Пензу из Симферополя. И ну, его отложили на следующую неделю. Он так бывает несчастно. Поэтому Жанетка еще с нами побудет, играется там, кувыркается. А Океанечка сегодня, сейчас прямо уезжает. Вот она, красавица. Вот она, красавлечка. Вот она, красотулечка. Передавай всем нашим подписчикам привет. Надеемся, что мамочка будет присылать видео о жизни красавицы. Так, не надо, не надо. Вот. Пойдем, пойдем, скорее гулять, гулять, гуляем. Пожелаем ей долгой и счастливой жизни. Пусть она радует свою семью. Ее балуют, любят, воспитывают, целуют. И пусть все будет хорошо. Океания уезжает в Санкт-Петербург. Такая вот миниатюрная кнопочка. Да, девочка моя. Ну, гуляйте, пока бегаем, бегаем, гуляйте. Гулять, гулять, гулять. Мальчишки сегодня, малыши новые, прекрасно переночевали. Кушают, бегают, играют в домики. А эти малыши здесь. Привет! Привет! Привет, мои сладкие! Вот наша ежевика. Жанет, а тебе еще остаться посидеть с нами придется? Поиграться, скажи, я-то готова. Мадера, Антарктида. И там Ванесса. Ежевика кувыркается. В общем, все весело, прекрасно. Все замечательно. Да, все замечательно, все отлично. Жасмин. Один это Жасмин. Она где-то с нами тут сидела, гуляла. Жас? И моя Жас. А, она там гуляет. Жасмин еще не родила, ребята. До августа, что ли, тянет. Ну, вот так вот. Такие вот сроки. Она просто вязаная. 5 дней подряд. Поэтому такой разбег получился. Филечка принимает солнечные ванны в окошке. Ты милота моя. Филиппа, ты солнечные ванны принимаешь? Вот он наш карапуз идет. Вот он наш карапуз идет. Моя девочка. Ты моя солнышко. Пойдем, пойдем. Вот такой у нас карапуз, ребята. Пойдем, маленько. Идем, моя девочка. Ты обманщица? Ты что нам не рожаешь-то? Ну, ждем. Животок становится, конечно, большим. Но посмотрим. Сколько Бог даст, столько и нас будет деток. Так что мы ждем. Сабинка с нами тут лежит на кусочке. Вот такие вот у нас дорогие мои подписчики дела. Так, вы мне тут траву не кушаете. Зачем ты кушаешь траву? Ты зачем? Повторяешь за Артемидой? Ай, такая девочка, такая кнопочка. Напомню, что Океания это доченька нашего Елисея. Мамочка, мамочка у нее Криста, которая живет в Алуште, она алиментная девочка. И Криста это дочка нашего Филиппа, то есть Океашечка это внучка нашего Филечки. Побежала, побежала. Так, Юля нашла орех, у нас начинает падать фундук, нам начинается быть весело. Дело в том, что падает фундук пустой, видно, а они его таскают, грызут. В общем, у нас новая забота. Тут черешня падала, теперь падает фундук. Прекрасная идея, прекрасные кусты, которые все так любят, а мы за это его и не любим, что приходится изо рта у собак доставать каждый раз. Энигма, давай. Давай, давай, спасибо. А, еще лучше, что это? Вот что это? Это какое-то засушенное яблоко в песке. Яблоки, груши падают. Это замечательно. Вон во дворе валяются. Они таскают, жуют. Они подсушиваются еще. Вялятся, вяленые яблоки.
Яблочки можно с грушами, а орешки нельзя. Орехи вообще собакам никакие нельзя, но они их любят. Знают, будут писать, говорить наши подписчики или просто гости канала, что любят, знаю. У меня была история в юности, у папы был дворовой пес. Не дворовой, он такой был прям домашний, ну, в смысле дворняшка, шарик. И он кушал орехи грецкие, вот он жил во дворе. И огромное дерево ореховое, орех грецкий. Он его ел прям вот сколько он был, сколько он падал, он его раскусывал, ел. Ну ничего, прожил что-то там очень много лет. Но мы не будем рисковать. Я тебе дам, хулиганка. Побегай по песочку, побегай по камушкам. Давай, побегай. Океанечка, океанечка. А ты моя кнопа. Веселуха. Вот такая вот веселуха у нас. Ой, Артемида вошла в стаю. Какая умница. Я таких собак обожаю. И знаете, я таких. Это вот у меня такой характер. Мне все равно. Поругали. Встала, побежала, упала. Кто-то куснул. Так, главное поесть. Жизнь продолжается. Все весело, все прекрасно. Обожаю таких собак. С полуслова. Вот она мне напоминает нашу лаванду. У нас Лавушка такая. Лава, дай, пожалуйста, сюда. Давай, давай, молодец. Вот, представляете, до сих пор вишня или черешня. Что это? Что-то в этом роде. Вот такая вот у меня жменька с утра. У нас тут ведро стоит. И мы собираем все это. Сейчас овощи будут собачки кушать. Я им не дала, потому что мы сейчас их будем кушать там, в вольере, вместе с малышами. Малышам дадим, да? Угу. Угу. Елисейка, скажи, давай нам уже овощи, да, мама? Давай, вы чуть-чуть побегаете, погуляете. Пошли, Жорик. Сегодня Жорик и Филечка спали со мной. Ну и царица, конечно. Ну и Жасмин, конечно. Вот, так теперь Жорик ходит, всех там ложит. Важный пёс. Всеми командует. Феодосичка разыгралась. Филя, пошли. Давайте сюда. Жорик, Елисей. Пойдем, пойдем, пойдем. Давай, давай, царица, идите сюда. Гуляем, бегаем. Давай, мои золотые. Потому что сейчас пойдем в вольер. Сейчас к нам приедет продолжать нам тут строить. Поэтому вот они утром бегают, потом в вольере, а потом вечером мы опять гуляем. Ну, в вольере-то у них тут замечательно. Они тоже бегают. Бегают, гуляют. Ой, Жанетта нашла палочку. Жанетта нашла палочку. Умница. Умница. Кору. Кору. Вот такая вот игра. Ванесса. А, Ванесса такая болтливая. А Мадера какая сладкая. Думаю, ты девочка. Скажи, я вкусная девочка. Шоколадка с Мадерой. Да, вино такое, знаете, да, что такое Мадера? Это такое женский коньяк, его еще называют, такое вкусное вино. Садиться, садиться. Давайте поиграем, побегаем, поиграем. Садиться, иди ко мне. Ко мне подошла, быстро. Ко мне иди. Вот здесь встала и стоишь. Все, посмотри на меня. Ко мне подошла. Игра такая без тебя, да? Тихая. Царица, ко мне подошла. Сюда на руки. Ко мне подошла. Вот так. Качать шумит. Ох, пыль подняли. Боже, что мы здесь сделали? А что тут такие за хорошие, мальчики и девочки? Фантазия что-то всех у нас тут вяжет. Печка у нее уже была. Вот так вот девочка, это девочка пушистая, это мальчик. Вот так. Что хотите сказать, что три раза рожающая девочка? Мальчик? Это совсем не так. Да, Кос? Елисей, что у нас там тебе? Что, почему я держу царицу на руках? А потому что она гавкает. Тебе интересно, Ролекс?
Моемся. Так, что-то необычно сразу их это интересует. Так, где наша океания? Пошли, заходим. Заходим. Скорее. Заходим. Юля. Пойдем. Собрались, как они хотят заходить. Они любят. Пойдем. Заходим. Скорее. Так. Браво. О, и тут же, наверное, вот это вдохнуло пыль. Пошли. Ну, отпрашивайся. Кто там? Ну что, заходим, ребята? Давайте, заходим, мама вам даст овощи. Пойдем. Пошли. Ну все, Лава, откашляйся, давай. Очень. Мы пойдемте кушать овощи. Мои сладкие любимые собачки. Пойдем. И тут вас уже встречает детский садик, наш старшая группа. Заходим. Быстро. Давай. На. Давай. Пойдем. Заходим. Давай. Заходим, Юля. Давай. На, вот сюда давай идем. Скорее, вон океане или бежит. Давай. На, быстро заходим, Жорик. Вот так. Так, правильно. Давай, заходи. Заходи. Вот такую жизнь утреннюю. Давай, заходи быстро. Мажор, заходим. Бегом, Филипп. Ну, океане, как раз таки. Океане, все, вон она сидит. Сейчас я ее буду ловить. А ты что? Жанетта, ты сегодня должна была ехать, а еще поживешь у нас. Моя ты кукла счастливая. Энечка. Артюша. Нашла огурчик. Что? У меня пустая мисочка. Да, Жанетта, я уже все высыпала. Все, давайте, разбирайте овощи. Все, мои хорошие. А мы пойдем поймаем океане. А потом уже сходим к малышам, к младшую группу. Так, Жасмин, понятное дело, остается. Так. Жазочка моя, зачем ты на солнышко села? Моя девочка, моя красавица. Кианечка, ну иди сюда, мое солнышко. Иди, тюпа-тюпа. Ну иди, покажи, повтанцуй нам. Иди, скорее. Ты куда пошла гулять? Вот гуляна, не нагуляются. Не нагуляется, скажи, что так мало. Моя девочка, давай покажем животик. Давай. Вот такой у нас животик. Вот такой вот у нас пузяка. Вот такие у нас там животики, да. Вот такие у нас животики толстые. Вот такие вот мы несчастные. Вот обгладьте мне шейку, мамина куколка. Красавица. Да. Ну что ты нам в этом месяце успеешь родить или в следующем? Вот так. Здравствуйте, девочка, здравствуйте. Не хочет заходить, иди. Иди, моя девочка, иди ко мне, кяшечка. Иди на ручки, солнышко, все, ребятки. Вот она, поймалась кукла в добрый путь. Добрый, иди, все, мамочка тянет. Или тебя еще отпустить? Так, пойдем, побудешь еще чуть-чуть. Тихо. Вон, смотрите, я малыши говорю. Тебя ждет. Ага. Ну давай, вот она. Вот она перевернула видео. Говори всем пока. Скажи, дальнюю дорожку еду. Пока-пока. Пожелаем океанечке хорошей легкой дорожкой. А с вами до новых видео, до новых встреч. Всем пока. Люблю, целую. С уважением, домашний питомник Чихуахуа Кастропула из Крыма. Так, давай. Чего. Ну иди. Давай же, я хотела тебя, чтобы ты еще поцеловалась со своими. И потом мы тебя заберем. Давай, беги. Сейчас. Пару минуток, да? Все, нельзя выходить. Все, мои хорошие. Всем пока. Радуся, ты как всегда на охране.